集恐惧症要发作了。1991，不知道唱歌会不会被 YouTube 说 copyright 的问题。真的是不搞个人崇拜不舒服呢。来，这个纸质，你看看，非常的厚，软软软，还有声音。对，听声音就知道它非常。上面写的什么？它的票价而已。对。你们的话，纳税钱都花在这种地方。夸张。哪是博物馆啊？购物中心，就不要是叶尔钦自己建的。美妆用品店，跟叶尔钦无关。我们是在逛商场，是不是？哦，这是叶尔钦的品吗？可是那也是比较贵。文创商品是不是？乌拉尔。感觉是文创的，希望有好一点的。我过，他写乌拉尔，嗯，好哦。我帮你上字卡，夸张夸张，这里还有荡秋千，喂 ，He deserves it， 就是要把他 ，I don't know what to say， 他只有这张地装照。因为这张有阴影，它看起来脸比较不好。看，这是什么鬼东西？这里的沙发跟桌子，这个是软的，超级啦！还有这里，这是单人位。哦哦，谁？江泽民？我不知道。他写到2010。Обещали смучной стране светлое и справедливое будущее, однако насилие стало главным политическим инструментом постреволюционного режима. Сталин поставил уничтожение людей на поток. Всего за годы репрессий страна потеряла от 10 до 20 миллионов человек. Так много, что до сих пор никто не знает точной цифры. Несмотря на жестокие репрессии, люди поверили в лозунги большевиков о равенстве и братстве. Скорую победу коммунизма во всем мире. Этой эпохой за победу в войне никто никогда не платил. Они вернулись домой победителями, но репрессии продолжались вплоть до смерти Сталина. Многие тысячи фронтовиков, которые оказались в плену, получили вместо наград сталинские лагеря. С именем Никиты Хрущева связана эпоха, которая вошла в историю как «оттепель». Хрущев не был борцом с режимом, но в 1964 году его отстранили от власти, она перешла к Леониду Брежневу. Страна вступила
в эпоху застоя. Следующий шанс на возвращение в цивилизованный мир страна получила более чем через 20 лет, когда к власти пришел новый партийный лидер Михаил Горбачев. Его усилиями рухнула Берлинская стена, был поднят железный занавес. С именем Горбачева опереться не на личную власть, а на самостоятельный выбор граждан. Так началась история новой, свободной России. Владимир Ленин и большевики. Началась гражданская война. Российская写给戈巴契夫的辞呈，他的笔迹实在有够丑，所以需要翻译。Пытается как раз вот сейчас, это просто не поступить. И я передал, как бы из позволения первого секретаря городского комитета партии, это будет решать уже, видимо, пленум городского комитета партии. Я хотел бы... Туда. Поехали.